Канализация. Интересно, что же там? Какого? Должен выбираться отсюда. А, блин, поджёгся. Какого хрена? Кто это сделал? Что за урод? Что это за хрень? Сон во сне? Что? Мне надо выйти прогуляться. Так. Ладно. Давайте прогуляемся. Вроде бы он погиб. Надо найти к тому месту, где я погиб. Это все красиво. Но весь меня тревожит. Что это за точка в небе? Чему мне кажется, что кто-то за мной следит? Прям как в моем сне. Точь в точь. Странно. Что же это такое-то? Надо узнать. Ладно, полицейский департамент, мое следующее место пребывания. Надо бы узнать, что здесь происходит. В всякий случай закрыть дверь. И вторую. Местное место, где я могу узнать это. Большая операционная система Google. Посмотрим, что за информация здесь находится. Я догуглился, и тут закрыта дверь. Вторая тоже. Ладно. Как-то успела наступить ночь. Ладно. Пойдем дальше. Поехали. Нам надо забраться на крышу. Пока что надо осмотреться, чтобы узнать, есть ли он здесь. Что за... С меня хватит. Все еще ночь. Где? Его здесь нет. Еще поздно. Похоже, я не доспал. Надо заснуть. И так это завтра все будет нормально. Я на это, по крайней мере. Что за... Как я здесь оказался? За хрень? Дайте мне выбраться. Почему у меня не получается? Что за хрень? Как это понимать? Что за... Как такое возможно? Он ведь... Его же не было. Что за хрень? Что? Что за... Сиены? Лагает? Надо выбраться отсюда. Куда у меня лопата? Стоп, я здесь навсегда? Как такое может быть? Кто меня сюда... Стоп. Что я делаю в воде желтых? Стоп. Это что? Это... Это я? Но. Но как? Что я здесь делаю? Каким образом? Куда я исчез? Что за хрень происходит? Все, урод. Знаю, что ты застрял пока что во времени. Что ж,
Надеюсь, тебе понравилась моя специальная способность. Пришло время с тобой закончить. Теперь я должен быть в безопасности. О, канализация. Интересно, что там? Надо посмотреть. Что это? Лослав! Яхомуха. Так, где это я? Клетки. Кто это? А? Блин, кто-то сбежал. Тоже надо сбегать отсюда как можно скорее. Вентиляция. Что? Это ловушка. Ему потребовалось заманивать меня в ловушку. Жахарин. Огонь приближается. Огонь приближается. Единственный выход. Иди прямо в огонь.